куда-то, значит, рванулся. Леха поэт. В сторону 5-го улицы, да? Да. Ну, смотри внимательно. Беларусь! Четвертый тур, вот это три моя артема. Сейчас выходит. Кого? Артем, Игорь, Макс. Здесь еще раз за слово. Ясно? С тобой. Давай, посмотри. Одна атака, без проблем. Одна атака. Настроение хорошее, отлично. То есть с командой хорошо подготовились, то есть хорошие три сбора прошли. То есть под конец уже были игровые взаимодействия, играли. То есть ну, довольно-таки неплохо, все хорошо настроены. Не знаю, будем давать бой, будет видно. Ну, все готовы ехать за призовыми местами. Да, там разница получается 5 часов, но мы готовимся. Скажу только одно, что они уже как бы идут к финальному завершению своей подготовки, так как видно, что ребята уже в организационном плане уже как бы играют довольно-таки уверенно и довольно-таки быстро. Очень хороший переход с защиты в нападение, что очень радует. И я думаю, что им в официальной части, к чему они готовятся, это очень поможет. И видно, что определились какие-то лидеры, определились люди, которые фактически будут решать в этой команде результаты. Ну, я вам скажу, что это был наш как бы первый турнир, это после физподготовки, в которой мы проходили, поэтому тяжело мне сравнивать, что было тогда. Конечно, те игры были для нас новыми, ребята только подъехали, и поэтому не было слаженности коллектива как такового. Сейчас уже довольно-таки более-менее где-то проясняется та игра, уже проясняются те игроки, которые тоже будут делать какую-то определенную работу и в финальной части, когда мы будем начинать. Поэтому оно уже видно, что мы можем варьировать во время игры теми людьми, которые будут подготавливать, ну, то есть которым нужно дать время немножко поиграть, а которые уже конкретно уже видно, что они делают результат. Хочется выигрывать, но для меня сейчас на данный момент главное качество игры. Сегодня качество игры было, так, опять же, это моментами. Моментами достойно уважения, моментами просто из рук вон плохо. И прежде всего это по защите. Мы не имеем права, как молодая быстрая команда, пропускать такие легкие мячи с быстрого прорыва. Или же обыгрывать один в один игрок, который намного медленнее или не может поспорить там на скорости. Но в этом заключается в том, что это опытная команда и опытные игроки, которые могут использовать то преимущество, которое есть у них, опять же, от опыта. Да. Правильно занять позицию, правильно ту или иную ситуацию прочитать. Поэтому я бы очень хотел, чтобы наши молодые игроки, опять же, это уже не молодые, ребята играют в команде Суперлиги и номинально вроде как младшие, но я очень хочу, чтобы они научились использовать вот эти нюансы. Бей-беги – это не тот баскетбол, который я хочу видеть. Вот, поэтому, конечно, можно выиграть, но показать плохой баскетбол – это еще хуже. Поэтому я с оптимизмом смотрю дальше. Есть моменты, которые да, нам нужно надо использовать и искоренять. Мы первый раз за вот это все время мы проиграли подбор. Это меня настораживает, потому что, опять же, мы старую болезнь испытываем. Мы стараемся уже быстрее подобрать мяч, а не пользуемся, не блокируем игроков после броска.
Вот это беда. Поэтому пропустили столько много. Много забились быстрого прорыва, много на добивание, много того, что у нас подобрали мяч. И, конечно же, свое нужно забивать. Сколько мы? Минимум 10 очков мы пропустили. То есть мы не забили свое из-под кольца. Это, опять же, не есть хорошо. Большие промежутки между играми. И поэтому им каждому хочется доказать, на что они способны. Каждый хочет в одиночку где-то выиграть. Но хорошо бы, чтобы, конечно, побольше было игры у нас, и мы бы наиграли то, что у нас есть. И тот стиль, который у нас есть, и мы хотели бы просто отработать дальше. Да, я знаю, что от него ждать и как ему войти в нужную форму, потому что он после молодежного чемпионата приехал, ну, я не могу сказать, что разобранный, но есть там проблемы по здоровью, есть проблемы по функциональной подготовленности, поэтому времени мало, он работает, он сейчас вот играл под нагрузкой, опять же, есть там проблемы маленькие по здоровью, но это убирается, то есть нам нужно форсировать вроде как время, но я надеюсь на то, что Максим восстановится и он будет полезен, я в этом очень уверен. Когда я шел на эту должность, на позицию тренера студенческой сборной, я представлял себе тот костяк или ту команду, которая есть. Но раз нужен национальной сборной игрок, раз он будет помогать, то, знаете, каждый тренер готов там сказать, да, все нужно сделать то, чтобы команда сыграла хорошо. За Сашу я рад, что ему выпал шанс такой показаться в национальной сборной, закрепиться там, потому что где-то какое-то время нужно на адаптацию. Может быть, этот период будет для него такой адаптированным, да, к будущим сезонам. И он войдет в следующий сезон уже более матерым, можно сказать так. Конечно, я бы хотел бы его видеть в своей команде, и он был бы, конечно, ключевым игроком. Но. Вот поэтому как есть, так есть. Раз так надо, значит, надо это делать. Я надеюсь, что эти ребята, которые не попали сейчас в состав, они будут стремиться к следующий сезон и попасть уже, может быть, и в национальную сборную. Поэтому есть 12 человек, они, те, которые едут, и они будут защищать цвета Украины. Будем приложим максимум усилий.